удержим Олег за шею. Так. Ну, за шейник не надо надевать этот кантер. Блять. На растяжку. Грачок, стой, ёп. Как вы его назовете? Грачок? Да не уходи только назад, стой спереди уже. Уже, блядь, это не кульмина шуганы, блядь. Сокол. Сокол назовем? Конечно. О, понравилось, блядь. Стой, сокол. Сокол, блядь. Зарежи там, если его большовато, зарежи на лузлата. Это жеребец, жеребец будет, сокол племенной. А будешь вертить на палку. Да. И он стоит этих денег. Не бойся, не бойся. Шатую под низ, я... Хуй там матери нема, блять. Я ж ему покрю грачку свою. А где у кого жеребец есть у вас? Я ж продал. А, продали. Это ж я Диму позвонил. За польскому Диму позвонил. Бо твой ж номер там 17-16. Его нема, наверное, тебе давно. Да Дима дал твой номер, да я уже красный. Тебе набрал. Сегодня по поводу перевозки? Да, он дал номер. Тихо. Саша, надо завязки мне такой захуярить ему тут овощ. Бо мы его не удержим. Сокол. Сокол. Да любой такой пинчуковый. Будет хороший там такой подглядывание. Кастрировать будете, не? Я знаю, ты кого-то жаранца вышел. Это как ты пиздобол, блин. На Белагры. Грыба у его заплетена, у фалоса. Все как положено, фотографии у меня. А у этого пизда. Это Саша на таких вот застрепках коту только водит. Это собака. Сока. А мне это мудила сказал, 3,5 тонны удерживает. Угу. Мудила, блядь. У меня есть больше. Давай я еще вторую заберу. На. Сейчас мы, блядь. Это у коня, блядь, уже на 5 силы, что ёб твою ёб. Стой, грачок. Ты думаешь, порви эту хуйню? Ёб. Это хуйня, как ботинки можно полететь нахуй. Сокол. Это, блядь. А можно положить эту вот хуйню, чтобы он сошел, не? Да, спрыгнет. И он привыкнет, это сейчас я выебывается. Слышишь, на тебя, пошел на тебя, да? Резкий какой-то сокол. Ну, он вообще резкий, блядь. По грачку не пошел, блядь, ёпта. Стой. Да, а то поработаешь 3 дня, ты пизда. И успокоишься. Да. Давай, хуй, фала. Так. О, блядь. Стой, не бойся. Так. Я ему сейчас пошию это. Его надо шить, кто знает, как шить. А это... Кантер? Да. Дело, что в интернете на юм этот... Олег, подгони ему. Оброчка эта, или как она называется? У тебя нема, Олег? Нету. Я пошию, нахуй. У меня этот... Уже есть это сырцо. Тихо. О, блядь, сука. Стой. Главное тебе завести, блядь. Так. Да? Дожди, что не все, блядь. А с второй катушки что такое? А? Нет. На одной не удержим, блядь. Надо на растяжку брать на две. Да, блядь, ёп. Так на, другой, ты привязывай, да разрежем. Дерзкий, да, блядь. Да, ну разрежем. Ты... Погляди, может, что-нибудь, какая есть вверху. Да нихуя, Саша, нет. Так пропусти туда половину через это, подожди, Саша. Подожди. У кольцо и туда выпусти ее половину, понял как? Да, я, ну ты как на две взять ее, хуй ты возьмешь на две. Так на две, так смотри, вот сейчас половину пропускай туда, половину сюда. И все, не разрезывай ее. Сейчас
Так хорошие же налейцы, ёпта. Так хоть лимшиться потом, на. Ой, они лежали уже 10 годов, эти лейцы, то уже жалко их уже стало. Ну, не 10 годов, 5 точно. Ну, а то уже жалко стало, да, через 5 годов он же лейцы дальше. Стой, братик. Все, и будет его 2, так. Тихо. Лесь, вяжи. Я ролик снимаю. Я, бляха. Давай, Лесь, вяжи. Да я с коленом не полезу туда, иди ты пиздец. Чё ты боишься его, жеребёнка боишься? Да ты заебал мне колено пуша, и Лесь отвязывай. Ролики он... Мне на YouTube надо подписчики ролик снимать. Что, я на Горошка кажу, гляди на сёмой сторонке, где-то был Слуцк, коровязу, бля. Горошок гортая, кажу, бля, до восьмой дошёл, нигде не мать, держи. Эй, Саша, ты к разрезу, оттяну. Нож, где там лежит, нахуя ты? Потому что... А вон, оттопчите, вон. Потому что на этом куфоре заебали, знаешь, что они то сандали выкинут, то шторы, то, блядь, это... Подожди, ровно натяну, держи, Олег, одну. Это ж, хотел зарезать, так не зарежешь. Не. Это только мой. И напугать не напугаешь, да? Возьми, узник завяжу сейчас. Стой, не спеши. Клади у телефона карман. Не, надо ролик снять. Да. Выгрузка, погрузка. Я погрузку снял, сейчас выгрузка. Ага, что и меня снимал. Надо. И тебя снимал, какая разница, что ты на YouTube будешь на первом месте. Круче Лукашенко будешь. Отвязал? Спрыгай нахуй сам иди. Дядь, как его держать? На, дядька, иди сюда. Сокол, ты охуел. Тихо, не, стой. Шо, давайте мы подложим. Хай постоит, освоится. Пиздануть тебе разок. Натяжку, блядь. Все, иди первым, я сзади. Молодец, Сокол. Пятый за неделю. Чистокровный. Мать першорос. И литовский тяжеловоз. Вот так. 5 месяцев нету еще. Поняли, Соколу 5 месяцев еще нет. Жеребец привезен с Польши за 8 тысяч долларов. Жеребец был с Польши, 8 тысяч долларов. Возьми дубчик. Подожди, Саша, не мечтай. Ай, подожди, стой. Давай. Тихонько, натягивай. Стой. Кай бы последний. Не пойти. Ногу как не пойти. Давай. Тихонько. Давай. Кузя, сейчас сраку запнут в колну. Не натягивай голову, чтобы спокойно шел. Личину переднюю пускай. Тихо. Не тяни ее, отпусти просто. Пусти голову, пошла. Ну ты и загород зробив, ёб твою мать, он его перепрыгне. Это... Да ну нахуй перепрыгне. Ты что смеешься, блядь? Там же балки, Саша. Я... Бля. Метр ще. Все, слава богу, давай. С богом. Я. Все, Сокол, давай, расти здоровеньким, богатым.